Здравствуйте, меня зовут Тигран Хазмалян, я представляю Европейскую партию Армении. Мы в очередной раз переворачиваем песочные часы, и пока сыпется песок, около 5 минут будем говорить о важнейших событиях в Армении и в мире. Все заметили, что сразу 4 государства проявили, как сказали бы крестные отцы мафии, чрезвычайное неуважение к боссу мафии Путину. Это был президент Казахстана Токаев, который отказался признавать Донецк и Луганск как квазигосударство и отказался принимать орден, который ему собирались вручить в России. Это была президент Молдовы Майя Санду, которая мужественно решилась на неслыханное. Она запретила трансляцию российских новостей на территории Молдовы. Ну, мы все понимаем, что новости – это российская кремлевская пропаганда. Это Литва, которая, выполняя решение о санкциях против России, блокирует транспортировку некоторых стратегических грузов в Кёнигсберг, который сейчас называется Калининградом и который является эксклавом Российской Федерации, и это очень серьезно. Но нас больше всего интересует, нас в Армении, то, что произошло в Грузии. Вероятно, надо еще раз напомнить о таком важном событии, как принятие в кандидаты на членство Европейского Союза Украины и Молдовы. Грузия временно выпала из этого списка, и нам, соседям Грузии, очень важно понять, каким критериям Грузия пока не соответствует, потому что как Европейская партия и как члены гражданского общества мы абсолютно убеждены, что Армения должна последовать в фарватере этой же самой политики. Так вот, те требования Грузии, которые не были выполнены, они в полной мере относятся и к Армении. Эти требования следующие. Это требование немедленно покончить с засилием олигархата в грузинском, а также и в армянском экономическом поле. Это требование на всех уровнях покончить с коррупцией. Это и экономическая коррупция, в первую очередь, это и коррупция, пронизывающая все сферы жизни. Это обеспечение независимости судов, это обеспечение свободы слова, потому что ни для кого не секрет, что и в Грузии, вероятно, и в Армении в еще большей степени печать является корпоративной, она не свободна, она не независима, она принадлежит либо тем же олигархам, и, соответственно, коррумпировано, либо просто спецслужбам, как правило, российским. Наконец, это требование к участию гражданского общества в принятии решений, будь то референдум, будь то обсуждение важнейших вопросов и исключение авторизации и тотализации принятия решений узкой группой лиц, что очень характерно для Армении. И, наконец, такое понятное требование, как независимость в назначении и в работе омбудсмена. По нашему глубокому убеждению, все эти требования Евросоюза, предъявляемые сейчас Грузии, которые вообще-то формализированы в качестве копенгагенских принципов, они не только Европейскому Совету нужны, они нужны прежде всего нашему государству. Причем все разговоры о том, что ждут ли нас в Евросовете, они не имеют под собой никакого основания. Во-первых, скажу, что 12 января 2002 года Европейский Совет официально принял документ, по которому именно Армения считается европейским государством. Только на этом пути мы сможем обеспечить верховенство права также и в вопросе признания и осуществления национального самоопределения армян Арцаха. На этом принципе мы, собственно, и будем решать эту проблему, нерешенную в течение предыдущих 30 лет по причинам того, что Армения перестала быть демократической страной. Итак, Европейская партия Армении
объявляет о своей новой тактике или, если угодно, стратегии. Мы призываем к этому гражданское общество, мы будем призывать к этому правительство, и если это правительство не сможет исполнить эти требования, то мы заменим это правительство. Подписывайтесь, ставьте лайки и встретимся через неделю. До свидания.